Всем привет-привет! Добро пожаловать на мой канал, меня зовут Инна. Сегодня, девочки, покажу вам целый огромный мешок пустых баночек. И о каждом из этих средств я постараюсь поподробнее вам рассказать. Если вы смотрите мой канал давно, и вы знаете, что средства, которые я приобретаю, подходят вам также по типу кожи, как у меня, по типу волос и вообще для ухода за лицом, то, конечно, послушайте внимательно этот ролик. Я думаю, многие из средств вы даже передумаете купить, а какие-то наоборот. Начну, наверное, с этих двух, которые у меня еще остались здесь на один раз, и поэтому я их сейчас после ролика верну в ванну и доиспользую сегодня, и завтра, наверное, уже отдельно выкину. Соляной скраб для тела, который я вам точно бы не советовала, сразу забегая вперед, скажу, этот Organic Zone. Во-первых, оно очень грубо воздействует на кожу. Это соль, которая прям голая соль, окрашенная каким-то химическим ароматом. Когда вы открываете баночку, например, вот в ванне, в закрытом пространстве, начинается раздражение слизистой. Вот серьезно, хочется чихать. Вот представляете, до такой степени. Поэтому, мало того, что сам скраб очень сильно дерет кожу, высушивает ее. И несмотря на то, что здесь написано в составе есть депантенол, здесь масло ши, масло семян подсолнечника, я этого ни капли не почувствовала. У меня есть реально соляные скрабы, которые тоже содержат масло ши, и они тоже довольно грубого помола, но он не дерет кожу. Если он попадает на какие-то раны рук, если у меня где-то были порезы или еще что-то такое, он не печет эти раны, то тут просто невозможно. Мне с рук его кажется, что не смыть из тела до конца. Очень-очень неприятные впечатления остались. Друзья, эта информация для тех, кто устал искать, страдать без жертвы и созрел для того, чтобы начать управлять своей жизнью. Вы хотите вывести себя на качественно новый уровень, формируя события с помощью волшебного мира метафизики? Тогда знакомьтесь, Виктория Денишкина, психолог, коуч, специалист метода ЦРУ, дистанционное видение, автор и основатель программы личностного и духовного роста метод ИДИР. Метод ИДИР, созданный Викторией, работает с подсознанием человека и быстро дает глубокие результаты, которые по-настоящему хочет человек. Это семья, любовь мужчины, проблемы с зачатием, реализация, отношения с детьми, благополучие и многое другое. Переходите на канал Виктории в описании под этим видео, подписывайтесь и меняйте свою жизнь к лучшему. Бальзам, который меня удивил своим применением в этой линейке для придания объему, у меня был еще шампунь. Я вам его показывала в тех роликах на Волине, Studio Professional. Это линейка, которая, значит, приподнимает волосы у корней. И, в принципе, бальзам и шампунь дают такой эффект. Шампунь. Точно нет, категорически он не высушил волосы. А бальзам, вот этот вот, самое интересное, что он идеально подходит в работе с другими шампунями. Он себя раскрывает так, как он должен. А вот именно со своим шампунем он почему-то не работает. Я не знаю почему, он наоборот, у меня волосы как палки. В чем прикол, в чем вот этот баланс, не понимаю. Вроде бы наоборот, он должен бы был тогда и с другими шампунями не работать. Но тут вот как-то так. И по консистенции он очень приятный, он такой как густое желе, его надо не очень много, и разносите по волосам, не надо ждать там 2-3 минуты, как у вас с бальзамами, он буквально там, я несколько, 10-15 секунд стою и смываю прохладной водой, и волосы такие очень мягкие, вот сегодня я мыла, они такие, знаете, прямые, не путаются, очень понравилось, и не сушит. Вот как бальзам отдельно, я могу посоветовать, присмотритесь. Далее, следующее бесполезное средство, как по мне, вообще не поняла этот скраб, видела его, хвалили. Планета Органика. У них еще есть другие варианты таких скрабов. У меня именно вот с оливой. Тоже они без СЛС, без парабенов. Но опять же говорю, такая продукция очень сейчас часто встречаемая на рынке. И вы знаете, вообще без СЛС, без парабенов, это не значит, что это будет плохой шампунь, который, да, там, например, не пенится, либо сушит. Нет, реально есть очень классные средства. Но вот есть такие, которые, ну, просто... Лучше бы они были с СЛС, как по мне, и, может быть, от них было бы больше толка. В общем, вот этот вот скраб для лица, он имеет такую консистенцию, как будто бы, вы знаете, крем, и в него такие крупные-крупные частицы, довольно неработающие, которые, да, помещены. И ты вот возюкаешь вот это вот по лицу. Здесь вот объем, кстати, меня еще удивило, 100 мл. И вы знаете, написано, что на 10 применений. Я бы не сказала. Может, если вы тело будете скрабировать, то да, на 10 применений. А если для лица, то вам этого скраба вот хватит при ежедневном умывании, если даже каждый день. Наверное, месяца на 3 точно.
Потому что он очень экономичный, и он очень сильно, вот видно за этой густой кремовой консистенцией, он распределяется по лицу, и он как-то его возюкаешь, и толку, по сути, от него никакого нет. Кончился мой любимый бальзам для губ, я его просто обожаю. Для меня любимый это Кармакс, потому что он убирает, да, какие-то вот трещинки, он разглаживает кожу губ, отлично работает в холодное время года. А вот этот, он очень универсальный, он подходит в любое время года. Девочки, которые приходили ко мне на макияж, я наносила им, и после этого они спросили, что у них на губах, потому что они чувствовали потом даже в течение дня крутой эффект. Они говорят, и на губы такие классные стали после него. И они приобретали, вот там кто-то через Вайлдберриз заказал, там они точно есть, могу вам посоветовать, если что, там приобрести их. А так вообще много вроде бы где, различные интернет-магазины они бывают. Сейчас у меня такой же с манго, но у меня вот срок годности там к концу подходит, надо мне, наверное, свеженький будет купить. А так он придает не только даже как уход кожи губ, но он смотрится, вот говорю, у меня все блески, бальзам, и всякие, они просто завалялись, даже люксовые. Я пользовалась им одним на каждый день. Вот с утра, в течение дня нанесла, и вот этот вот блеск, красивое сияние, объем губ держится, и при этом уход. Очень круто смотрится, и волосы к нему не липнут. Вот этот, название не буду коверить, Pure Away, как он правильно? Синий, крутой, они есть и с арбузом, есть и с дыней, есть и вот с манго, как я сказала, с клубникой. Далее, следующее. Недавно как-то в ролике я вам показывала косметика из Таиланда. Вот этот спонж-массажер, в котором внутри содержатся кусочки мыла, я просто в восторге. Я его доиспользовала, у меня вся семья прям пищала. А здесь, значит, Танака. Танака, это я вам рассказывала в том ролике, кто не видел, посмотрите. Там будет покупки из Таиланда называется. А Танака, это с деревом связано, то есть добывается натуральным путем. И вот эти кубики кладутся... мешочек, как будто из-под картошки, знаете, как качество вот это называется правильно, и вы вот этим все массируете, это все пенится в душе, это аромат чистого тела, это просто обалденный. Я, конечно, с удовольствием хочу еще этот раз приобрести такую же вещичку, и вот даже кому-то в подарок я говорила не раз, круто. Далее, следующее, от Кора также маску выкидываю, у меня тут немного осталось, но у меня уже срок закончился, я перестала ей пользоваться как-то, все же с ней повозиться всегда надо, вот когда ты ее, да, используешь, она идет как крем-маска, она очень густо впитывается, прямо она такая тяжело распределяемая по коже головы, но при этом вот ее 40-45 минут выдерживаешь под целлофановым пакетом, плюс еще если полотенцем паровую баню такой создать, очень хорошо укрепляет корни волос. Кора хорошая фитокосметика наша, российская, не раз вам советовала эту маску, я знаю, многие меня по этой маске уже узнают, поэтому, девчонки, всегда приобретайте, крутая маска против выпадения, очень хорошо укрепляет корни. Биоталь, это у нас, у меня вся серия есть сейчас, вот у меня закончилось жидкое мыло для тела и рук, конечно, для рук это слишком шикарно, если у вас средний, да, такой достаток, сказать, материальный, но если вы можете позволить себе, то можно и полностью тело. Я не скажу, что оно там супер круто увлажняет, но именно вот, вы знаете, нету сухости, вот очень комфортное ощущение, приятный такой воздушно-цветочный вот этот аромат герани с мандарином, то есть цитрусово-цветочный такой. Классная косметика, это категория люкс, продается в ГУМе, насколько я знаю, в Москве, есть у них магазин отдельный. Это органическая косметика без СЛС, без парабенов. Можете себе позволить это купить, я вам могу посоветовать. Шампунь мой любимый, который тоже многим полюбился, сейчас пропал с продажи, это Кутрин, именно увлажнение. Вот это вот новая линейка, производство Финляндия. Крутая вещь, очень хорошо очищает кожу головы, не пересушивает, волосы такие мягкие, такие прям бэби-бэби с ними. Очень классный шампунь, обожаю, пенится супер. Кстати, я сейчас вам скоро в следующем ролике покажу новиночки от одного бренда. И там для меня было два новых шампуня, я выбирала себе на обзор. Один из них просто меня покорил, это что-то с чем-то. Несмотря на то, что это довольно известный бренд, но эффект крутой. Далее, любимая моя косметика, да, японская, это
Значит, третий вообще шаг в ступеньке, да, японского ухода. Но вот этот тонер я обожаю. Буквально чайной ложечки, даже поменьше хватает, что утром, что вечером после душа нанес на лицо. Здесь оксацелин, или как он правильно читается, в общем, находится в составе гиалуроновой кислоты. Есть еще такой же синенький. Посмотрите, кому что. Но мне и тот, в принципе, нравится. Я беру по большей части всегда красный почему-то. Работает даже как монокруто. Всегда советовала и всем до сих пор, даже и клиентам советую. Всегда спрашиваю, посоветуйте, что такое универсальное, вот чтобы, чтобы увлажнило лицо. Возьмите, возьмите в Улыбке Радуги, по крайней мере, у нас она точно продается. Это Джапоника. Джапоника, вот такой вот лосьон для лица. А его скраб для тела, кофейный, медовый, 50 на 50 в плане, да, аромата. Круто раскрывается. В душе такое ощущение, что ты намазал на себя натуральный мед с кофе. Прекрасно увлажненная кожа, не царапает. Очень хорошо смывается с ванной, не оставляет никаких следов посторонних. Рассказывала вам в отдельном ролике про него. А советую обратить свое внимание. Пусть, конечно, он не очень бюджетный, но стоит того. Далее, девочки, не понравилось категорически. И все же вот из фикс-прайс сделаю свое заключение. Вот это мицеллярная вода. Многие меня спрашивали, вся эта линейка по ерунда. Здесь надержится экстракт алоэ вера, гиалуроновая кислота, но вот до того бюджетная вещь, я сомневалась, что она может работать для сухой кожи. Я думаю, что если уж мою более склонную к жирности, она еще так стянула, а глаза-то как щипит, ничего не смывает, только размазывает. Косметика вообще категорически не работает, поэтому не советую. Очень понравилась Secret K, вот эта вот улиточная сыворотка. Очень странный факт, но я поняла для себя с помощью этой сыворотки, что я всегда была уверена до нее, пока ее не попробовала, не рискнула вот, да, взять именно от другой марки. Все, что я до этого с улиткой пробовала в составе у корейцев, у японцев, у меня вызывает покраснение кожи и какую-то аллергическую реакцию. Вот. И, кстати, не у меня, у одной по отзывам. Но вот именно эта экстраувлажняющая сыворотка, она круто прям распределяется. Она такая как липковатая, тянущаяся, но при этом успокаивает даже кожу. Кожа обычная, светлая, нежная, ровный тон. И очень хорошо убирает какие-то воспаления. Очень хорошо пополняет увлажненность кожи. Нет вот этого дискомфорта, как будто вы, может быть, даже ничего не использовали. У меня были такие сыворотки, как будто бы они ничего не делают. Но это работает круто. Secret K. Мне очень понравилась эта марка. Далее, следующий тоже от корейцев. Обожаю вот этот крем Siam. Это с бамбуком. Всем советую его как бюджетный, крутая вещица. Пусть его не очень там много, но реально крем круто работает. Он делает кожу очень более плотной, видимо, за счет того, что в ней вот этот бамбук содержится. И крем до того универсальный, он и на день подойдет под макияж, и на ночь очень хорошо. Вы утром встаете, у вас кожа вот прям такая вот напитанная, такая хорошенькая, в тонусе, нет вот этой дряблости. Далее, от Organic Zone тоже вот такая вот альгинатная пластифицирующая маска у меня была. Это вот как тот первый скраб, который я вам показала. Любые альгинатные маски мне очень хорошо подходят. И вот это тоже очень понравилось. Скраб для тела вот такой вот Cherry Bomb от Wax Me. Наверное, многие видели, инстаграмный бренд закончился. Это 100% кофе там. Он очень сухой. Вот в нем минус то, что его с ванной очень сложно смыть. И то, что когда ты его набираешь, он прям вот как сухой кофе, прям сыпется у тебя в руках, как мука. И ты очень много его теряешь в ванне. То есть тут надо как-то с ним приноровиться, либо его на очень мокрые руки наносить, чтобы он тебя к рукам прилип и ты это все массировал. Либо вот как-то вот очень много, большая часть теряется. Но он отлично очень подходил именно как деликатное скрабирование вот ног, тела до нанесения автозагара. Я его по большей части так и использовала. Пенка, которую я его не советую категорически, особенно даже если у вас сухая кожа, если у вас даже комбинированная, жирная, любого типа. Лебелейш, это корейское производство, покупала в Улыбке Радуги с рисом. Очень высушила кожу, она как зубная паста, плотная-плотная, очень надолго ее хватает, но при этом кожу стягивает, прямо вот старит как-то, я бы даже сказала. Не советую. Очень советую маску, вот такую вот стопроцентную глину натуральную. Для волос не пробовала, но очень советую как для лица. Подается в фикс прайсе, это у нас фитокосметик. Наверное, многие эти баночки знают. Крутая. Она вот именно, которая белая, это моя самая любимая. Зеленая мне не очень подошла.
еще какая-то, у меня сейчас ванна стоит, а вот эта вот белая лучше всего. Она очень круто очищает поры, она разогревает, она делает эффект паровой бани. Вот зайду в Фикспрайс, обязательно докуплю теперь еще, чтобы баночка у меня в ванне была, потому что поры очень хорошо очищает и кожу как-то преображает, делает ее более светлой и такой вот чистой. От Коллаб сухой шампунь закончился, девочки, ну ни о чем. Вот не нравится мне Коллаб сухие шампуни, вообще нет. Мицеллярная вода от Эвелайн. Очень люблю эту воду. Я считаю, что это лучшая вода, которая снимает очень хорошо даже самую водостойкую тушь. Очень люблю. Глаза по минимуму щипит. Но все равно любая вот мицеллярная вода, если попадет прямо на глазное яблоко, все равно пощипывает на слизистой. Дальше. Холика-холика. Довольно хорошая сыворотка с гиалуроновой кислотой, с различными экстрактами. Удобный дозатор. Хорошо. Так вот я ее долго использовала. Она у меня надолго ее очень хватило. Девчонки, очень экономичная и цена доступная. Попробуйте, очень хорошее увлажнение, правда. Я иногда даже после нее не носила никакой крем, просто ложилась спать, и кожа прекрасная. Питательная маска репейная для волос, девочки, тоже от Vita Cosmetics, тоже брала в Улыбке Радуги с репейником. Очень вам хочу посоветовать, попробуйте. Бюджетная вещь, там 55 рублей стоила. Тоже, кстати, можно взять, но даже не как маску, а просто даже как бальзам для волос. Вот если вы не хотите тратиться на дорогой бальзам для волос, даже там за 100 с чем-то рублей брать, возьмите вот эту вот репейную маску. Просто по всей длине ее наносите, волосы вот такие шелковистые. Очень круто. Закончился от CC Brow такой скраб, я ему уже купила на замену, во всю его использую, скраб для бровей, очень люблю его в работе, девочки, если кто с бровями занимается, вот такой металлической баночки, помню, прислала мне Сакма компания на затест, и я вот влюбилась в такой степени во все средства, и шампунь для бровей их заново покупала уже сейчас, и скраб на Валбрес можно приобрести, кстати, если что, ну, в различных таких вот интернет-магазинах для бровистов, для косметологов, посмотрите, есть. Очень хорошо, деликатно очищает вот кожу перед окрашиванием до такой степени, что хна очень мягко ложится на нее. Можно даже оставить этот скраб, он чуть-чуть распаривает кожу, и потом я это снимаю, и кожа подготовлена к окрашиванию. Очень нравится. Далее, категорически не понравилось вот такой вот Кармекс в тубе, в такой, он выдавливается в виде такого жидкого бальзама для губ. Очень сильно пек губы, просто сильно. С вишней, не с вишней, не знаю, от чего это зависит, либо вот такая консистенция у него мощная, другая. Но так печет, у меня аж прям как аллергическая реакция, раздутие губ было. Вот мне нравится в стике Carmex, тот самый то. И вот такая мгновенная маска у меня закончилась, заказывала на Озон. Энзима молодости, это комплимент. Очень много писали про основную версию в тубе. Я взяла вот такую пробную за 100 с чем-то рублей. Буквально на один раз хватило. Здесь она идет как глубоко увлажняющий сос. Я не пойму, почему ее так все хвалят. Девочки, на мне вообще ее не поняла. Вообще, это такой бред. Я за 100 с чем-то рублей могла купить нормальный такой тюбик, да, полноценный, какой-то белорусской маски и пользоваться, и радоваться жизни. А здесь один раз выдавила и эффекта не получила. Салфетки любимые, матирующие, кстати, не могу их нигде найти, напишите, девчонки, где могу их приобрести в обычном вот таком сетевом магазине, либо где-то раньше брала в ленте, но они пропали. Они мне очень нравятся, они для меня самые удобные. А сейчас вот закончился тоже такой вот крем от Clinique для глаз All About Eyes. Многие девчонки мне советовали взять Rich, но Rich он более на зиму. Возьму его в холодное время года. Повторно сейчас с LDBT заказала в точно такой же. Очень, я прям останавливаюсь на нем, я больше ничего не хочу. Мне даже 2000 на него не жалко, правда, он очень крутой. Алоэ, гель алоэ, вещь, которая нужна, мне кажется, каждому человеку, в каждой семье. Это от Холика-Холика, но вы можете взять любого корейского бренда. У меня такая мини-версия. Сейчас у меня из Таиланда гель алоэ. Тоже так же круто работает. Делаете вот депиляцию, например, на лице, там над губой еще что-то убираете. Я нанесла, у меня кожа успокоилась. Не надо никакого специальной присыпки талька. Если ожог на солнце, вот активное солнце сейчас, после дня, да, рабочего там на даче целый день приехала, после душа нанесла, круто, кожа успокаивается, покраснение уходит, ровный цвет лица, да, обратно преобладает. И вообще вот такие моменты, просто как для увлажнения, очень нравится, очень советую. И еще последнее, что я вам хочу показать, последнее у меня в мешочке здесь завалялось от Ева Мозаик, бальзам для губ. Многие писали, что этот Clarins аналог. Никакой это не аналог, это такая полная ерунда, которая безумно липкая, губы стягивает, смотрится на губах
ну, так очень-очень бюджетно. И к колорансу, конечно, он не годится в подметке. У меня есть колоранс, он намного круче. Вот он у меня почти целый, так провалялся. Срок годности закончился, выкидываю. Странное впечатление у меня сложились с 3D-бальзамом от Белита для создания красивой полноты губ, как они пишут. Довольно такой большой объем, 15 мл. Но, девочки, то ли это моя чувствительность, но губы очень сильно пекло. И они, на самом деле, увеличиваются в объеме. Видно за счет того, что в составе есть, если не ошибаюсь, здесь перец. Перец, который вот как раз вот просто вам делает такую кожу вокруг губ красной. И вот эта припухлость, да, она за счет этого образуется. Из этого бальзам 3D эффект. Ну, попробуйте. Я знаю, на него очень хороших много отзывов. Его сравнивают многие с диоровским. Но я думаю, это точно не аналог. Далее, скраб-бальзам, обновление для губ. Надо мне чем-то заменить. У меня все скрабы закончились для губ. Белород дизайн. Неплохой скраб. Брала его 3 раза подряд. Сейчас поищу что-нибудь другое. Тушь Релуи Голд. Тушь объемная, белорусская косметика. Помню, начинала свое знакомство именно с этой туши в белорусской косметике. И вы знаете, она вот крутая, говорю, первые недели полторы, максимум две. Потом она портится. И она меняет свою консистенцию. Ее очень трудно закрыть в колпачок, в сам тубу. Она загустевает очень быстро. И вообще любые белорусские туши. Поэтому я их пока перестала приобретать. И я покупаю теперь вот чуть подороже туши. Вот сейчас у меня на глазах Too Faced. Я его брала по скидке за 990 рублей, но при этом я довольна результатом на 1000%. И всегда получаю комплименты по поводу того, как накрашены глаза, когда у меня татушь. С этой тушью можно даже получить палки. Вот надо как-то к ней приноровиться. Но вот дает она объем. Но вот это загустевание дает тот эффект, когда такое ощущение, что у вас вот сухие такие коровьи палки на глазах. Некрасиво. Вот такие пустые баночки. У меня здесь прямо целый стол. Все вам показала. Если какие-то вопросы, девочки, остались, пишите. А на этом пока с вами мы попрощаемся. И увидимся с вами в следующих видео. И всем пока-пока.